присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе главы австрийского МИДа Карен Кнасель не влияет на внешнюю политику Австрии. Это заявил средством массовой информации пресс-секретарь внешнеполитического ведомства этой страны на заявление депутата Европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михеля Раймана, который потребовал от главы австрийского МИДа Карен Кнасель подать в отставку. Это в первую очередь приватное торжество и частный визит, и отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии, отметил пресс-секретарь австрийского МИДа. Он добавил, что российская сторона сама оплатит свои расходы. При этом представитель ведомства пояснил, что приезд российского президента на свадьбу является рабочим визитом и будет сопровождаться мерами безопасности при визите иностранного гостя государства. Напомню, что министр иностранных дел пригласил Владимира Путина на свадьбу во время его визита в Вену в начале июня. Поскольку свадьба состоится 18 августа, в тот же день, на который запланирована встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель в Берлине, среди приглашенных на свадьбу гостей канцлер Австрии Себастьян Курц, австрийского президента Александра ван дер Берлена на свадьбе не будет. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий.